У Беларуси протягивается реализация агульнореспубликанского проекта по реконструкции военных помников. Не застався у Баку и гомельский филиал акционерного товариства «Газпром Трансгаз Беларусь». Сегодня у вёсцы Рудня-Теляшовская после масштабной реставрации урочисто открыли помник, який мясцовые жыхары у 70-х годах минулого стагодия узвяли у память об загинувших земляках. На церемонии побывали наши корреспонденты. Сучасная вёска Рудня-Теляшовская не вельми великая. Колькасць жыхароў усяго 186 человек. Але память об земляках, якія загинули на фронтах, у партызанских отрядах, ці были расстреляны фашистами у самой вёсцы, тут бережливо заховывают. Тем больше, что у Рудні яшчэ застались люди, якія пережили оккупацию, а потом обновляли господарку. З уліком того, что пераважная частка загинувших мужчины, рабіць гэта пришлось женщинам и детям. Мы помогали, мы шли вместе со взрослыми. Пололи руками ячмень, кукурузу, бульбу, все помогали своим родителям. А вот я в 8-м классе, 9-м была, так был такой закон, значит, а у вас уже, вы уже большие, вам по 15-16 годов, надо уже брать не маме помогать, а самостоятельно брать участочек льна, прополоть, выбрать его. Ну, полнормы. Я так и делала, и другие делали. Помник загинувшим землякам у Рудні-Теляшовской открыли у 1976 году. На плитах имены 116 человек с 4 вёсок. Усе работы тады проводились за кошт мясцовой господарки с выкарыстанием тагачасных материалов. Про 44 годы стало видовочно. Помник потребуя капитального ремонту. Специалисты филиала Гомельское управление магистральных газопроводов не только провели масштабное добраупорядкование, але и опрасовали помник с сучасными материалами. Узмацнили стелы, на яких з'явились расколены, а так само заменили плиты с именами загинувших, с одночасовым выправлением помылок. 44 года тому некоторые даденные написали неправильно. В ПАО «Газпром» существует программа «Монументы Победы». Она реализуется, как правило, к 9 мая силами филиалов «Газпром Трансгаз Беларусь», в частности, восстанавливаются памятники. Программа действует на протяжении 6 лет. Этим самым мы оказываем честь и дань уважения нашим предкам, которые посвятили свою жизнь великой победе. Дарыча, за час реализации проекта работники акционерного товариства «Газпром Трансгаз Беларусь» за уласные сродки предприемства провели у парадок 75 помников, якія маюць дачынение до падзей Великой Айчынной. Непосредно у Рудні-Теляшовской финалом проведенных работ стал митинг с уделом мясцовых жыхароў. У многих из них подчас войны загинули родные, их прозвищи нанесены на плиты. Дарыча, напередодні дня перамоги обследовали стан усіх войсковых пахаванню, якія знаходятся на территории сельского совета. Правда, такие масштабные работы, как у Рудні-Теляшовской, там не спотребились. Постоянно поддерживаем порядок, чистоту. Каждую пятницу у нас как положено. Школа выходит после обеда. Все смотрим, чтобы было все в порядке. Особенно перед праздниками подкрашиваем. Ну, требуется какой-то ремонт косметический. Все проводим. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».